Всемирная организация здравоохранения сегодня проведет заседание чрезвычайного комитета. Встреча пройдет в Женеве и будет посвящена ситуации с коронавирусом. Мы часто излишне суровые с вами и жалость к себе проявляем. Что это значит быть докторами, по-своему мы понимаем. В адрес врачей и медсестер мы замечания бросаем. Что значит для нас быть докторами? Не проходили, не знаем. Небрежность к здоровью мы проявляем, и в очередь снова к ним встанем. А кто сострадает из нас докторам? По пальцам пересчитаем. Но вот на порог нам стучится беда. Мы дружно замки закрываем. И где же сейчас все доктора? К ним мы попасть не желаем. А сколько вы спали? А ели когда? Любимых давно обнимали? И что вам ответят сейчас доктора? Вспомнят они уж едва ли. Без перерыва, с утра до утра. Как часто мы с вами пахали. Там, где опаснее всего, доктора. И смерть уже повидали. Мы маски носили и прежде, друзья. Кого-то всегда мы играли. Но что это значит быть докторами, мы только сегодня узнали. От чистого сердца вам низкий поклон. Ваш подвиг неоспорим. За ваш героизм быть докторами мы вас благодарим.